Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. В России постоянно говорят про нанотехнологии, что они повсеместно применяются, что это очень такая нужная вещь. И сегодня одну из нанотехнологий я увидел собственными глазами, и сейчас я ее вам покажу. Дом, обычный дом, жилой, кстати, дом. В нем живут люди, скорее всего. Он не нуждается ни в каком отоплении, потому что полностью завит опилками, и там, наверное, очень даже тепло в зимние морозные вечера, потому что температура воздуха у нас бывает по Ярославской области даже до минус 40 иногда. Короче, нанотехнологии применяются полным ходом. Спутниковая антенна стоит. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней.